Привет, с вами доктор Влад. Сейчас градусы посмотрю, хотя не до градусов. Днем было 18, сейчас 15. Время вы видите на экране. Ребят, у нас сегодня было землетрясение. Мы с собаками кушали, я включил телевизор, новости, погода, Иллиной, землетрясение. Так, Лайк Каунти, так, Лосаль Каунти, на границе. Да вы все равно не знаете, где это. Ну, в общем, я вам сейчас покажу от меня. Посмотрели от меня. Так, ну это на машине ехать, да, в общем, сколько тут, 2 часа на машине ехать, примерно 100 миль. Ну, это на юг. И немножко на запад. Ну, вы видели на картинке. Блин. Случилось это дело в 4:41 утра. Ну, вот тут семья рассказывает. Я проснулся от землетрясения. Вот. Но мне показалось... Ну, я не знал, что это землетрясение. Значит, было это примерно 6 секунд. Сначала немножко трясло. Это я вот американский сайт наш читаю, чикагский. Около 6 секунд началось с легкой тряски и потом толчки. И, в общем, нам показалось, вот она тут пишет, что или машина ударилась в наш дом, или ребенок выпал из кровати. Да что там, ребенок, железный Феликс, что ли? Вот, ну, в общем, вот так вот. Мрачно. И сразу здесь выскочило, я начал искать, сразу выскочили предупреждения, что есть так называемые авторшоки. А, я вам ролик сначала покажу из этого дома, которые подумали, что вот у них машина врезалась. Посмотрите, коротенький, я прям с экрана снял. Посмотрели, там несколько секунд. Вот, и, в общем, я начал говорить насчет авторшоков, они могут быть через часы, и даже через минуты, через часы, даже через недели. И вот тут подробно разбирается, что делается, что нужно делать после землетрясения, там не зажигать спички, потому что газ может там где-то, ну, порваться, газовая труба, ну, в общем, ну и так далее, и так далее. Это тошно это читать. Вот только землетрясения не хватало. Я все время издевался над Калифорнией. Ну, не то, что издевался, но вот мне говорили, вот, Калифорния, хорошо, но я говорю, там землетрясение. Оказывается, у нас тоже землетрясение. Ребята, я здесь живу с 2005 года, ничего подобного не было, никогда. Ну, торнадо проскакивали, хотя у нас не аллея, так называемая торнадо, но были торнадо, даже разрушало города, вот, но чтобы землетрясение, это полный атас. Ну вот так, ребята, вот такие новости. Я хотел на завтра, а потом что-то меня прямо аж это всего продрало. Думаю, не, надо сейчас рассказать. Авторшоки могут быть. Ну ладно, пока, с вами доктор Влад.